Неограниченный доступ к препаратам-стимуляторам и социальное покрытие имплантов. Больше всего впечатляет то, что... Thank you.
нужна помощь. Разумеется, ему кажется, что не нужна. Но если ты ему не поможешь, этот дятел подохнет. Макс журналист и мой хороший знакомый. Привези его ко мне, и если будет упираться, разрешаю применить силу. Напоминаю, он очень упертый. Данные я приложила. Прошло через бедро. А я вот подорвался. На чем? Да обычное СВО. Самодельное взрывное устройство. Thank you.
Только вышли, я не могу. А эти тут как тут. Камень в лицо. Материал собирают. Показали нас, мать. Объяснили, что говорить, чтобы все видели, как они о ветеранах заботятся. Шоу, кровь за страну. Точно. Выдали новомодные импланты, оплатили лечение. Были даже большие шишки из совета директоров. Я в курсе про Макса. Мне сказали, что случилось. Я пытаюсь найти слова, чтобы зайти. Даже большие шишки из совета директоров. А потом убрали камеры и благополучно про вас забыли. Типа того. Самое смешное. Пришлось вернуться. Мы здания переставили рухлить первого поколения. Thank you.
обманывали нас, конечно. Все забрали, выбросили... Нагнули нас, конечно. Все забрали, выбросили как... Я понимаю. Сочувствую. Отвечай, или стреляю! Я не корпорат, я от Реджины. Меня зовут Ви. От Реджины? Передай, пусть нахер идет. Тебя поручено убить. Хотя ты, наверное, и без меня это знаешь. Ага. Так-то мне тоже наплевать. Но Реджина попросила тебя выручить. Выручить меня? Это ей нужна помощь, не мне. Она была гениальным репортером. Лучший. Я у нее учился. А теперь продалась. Но меня не купишь. Нет. Не продался. Отличная надпись для надгробного памятника. Лучше, чем продажная мразь. Неужели ты так сильно ненавидишь Реджину? Я имел в виду тебя. Тебе что, совсем наплевать? На пиар, на вечную ложь, на укрывательство. Раньше все было по-другому. Слово журналиста что-то значило. Каждый из сволочей был у нас под прицелом. А теперь можно доказать, что Холт пляшет под дудку Арасаки. Вот только всем насрать. Я сведу тебя с кочевниками. Поживи у них, пока все не поутихнет. Тебе стоит отдохнуть. Отдохнуть? От чего? От ответственности? Извини, но это не по мне. Хватит уже. Пошли. Помрешь тут, и это ничего не изменит. Побег тоже ничего не изменит. Обойдусь без твоей помощи. Ты это назло Реджине? Хочешь ей что-то доказать? Нихера ты не знаешь. Ты же искатель правды. Хочешь знать, кем стала Реджина? Ради чего она сражается на самом деле? Пойди да поговори с ней. Угу. Если уж на то пошло, это для нее очень важно. Макс... Я с ней поговорю. Не больше. О большем я и не прошу. Ладно. Надо только скачать кое-что. Я подожду.
Шофер? Что дальше? Шампанское? Сигары с черного рынка? Времени нет. Поехали! Удачи, Макс. И тебе. Спасибо за помощь. Хорошо, что этого барана получилось убедить. Теперь моя очередь с ним разговаривать. Заказ закрыт. Отрезать выше. Ага, пути надо выпустить. Всем вспомогательным группам полиции поступило сообщение о преступной активности на Ричмонд-стрит. По нашим сведениям, члены банды Мальстрём незаконно распространяют в этом районе стимулирующие вещества. Их возглавляет серийный убийца Том Эйр по прозвищу Имер. Властями Найт-Сити назначено вознаграждение за устранение группы. Thank you.
Yeah.